Ивановцам придется затягивать пояса. С 1 июля жизнь стала существенно дороже. Поднялась плата за газ, свет, тепло и воду. Стоимость тепла, горячей и холодной воды увеличилась в среднем на 5%, но это не предел. Новое повышение тарифов ожидается уже в сентябре. Региональная служба по тарифам обещает, что рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в этом году не превысит 12%. Но для многих и меньше цифры являются существенными. Выход один – экономить на потреблении. Если собственники не установят индивидуальный прибор учета, то с увеличением тарифа будет увеличиваться и норматив. То есть уже собственник, не установивший, будет оплачивать гораздо больше, чем тот, который установил прибор. Поэтому на сегодняшний день в обязательном порядке собственникам и нанимателям надо позаботиться о том, чтобы установить прибор учета индивидуальные. С 1 июля счетчики воды стали требованием закона. По подсчетам, коммунальные платежи сокращаются в среднем на треть, если платить по приборам учета. Но только квартирными счетчиками не обойтись. Обязательные и общедомовые. На ту же воду, тепло и электричество. Чтобы считать и частные, и общие. Час пик по установке общедомовых и индивидуальных счетчиков, так скажем, наступил. Закон 261 нам предписывает установку этих индивидуальных счетчиков. Поэтому каждый сейчас должен задуматься о том, что нужно его все-таки поставить. Для того, чтобы сделать это правильно, без спешки и, так скажем, без какой-то лишней нервозности, лучше всего обратиться за помощью по установке этого индивидуального счетчика в специализированные организации, те, которые вам приобретут счетчик, который необходим по нормативу, установят и опломбируют. Теперь установкой приборов учета займутся управляющие компании или ТСЖ. Закон отводит на это один год. Если, например, собственник не поставил этот счетчик, он имеет право найти эту организацию, которую ему установят, и, значит, до 2013 года эту проблему все-таки решить. 2013 года энергоснабжающим организациям будет дано право приходить непосредственно в квартиры к собственникам, естественно, договорившись заранее, да, о дате постановки, и устанавливать эти счетчики. То есть это закон обязательный к исполнению. Тем, кто не захочет экономить самостоятельно, приборы учета установят в любом случае и заставят платить неустойку через суд. Пойдет ли во благо принудительная экономия, покажет время. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.